Находимся в Шиховском районе СНТ Степанько. Приехали бурить Абиссинскую скважину. Такое вот поле. Там у заказчика колодец соседский. С него качаем малышом. И две емкости набрано. Вадим Сергеевич сейчас демонстрирует классику бурения. Чуть не себя вдох. Вот. Вот Вадим Сергеевич, наш бородатый друг, бурит. Красавчик, что? Люди правильно говорят, было бы желание, можно все сделать. В общем, вот так вот. Погода сегодня радует, на улице просто, ребят, жара невыносимая. Колодец, у нас 5 колец. Будем смотреть, что там пойдет у нас, как бы вот так вот. Итак, ребята, 12 метров у нас в земле. Сейчас у нас вымывает, как пацаны скажут, вот такую вот заебумбу. Идет поглощение. Обсадимся, промоемся и покажем результат. Даст Бог, заказчик будет с водой. Так, ребята, обсадились мы. Ровно 12 метров, как и пробурили. Вот отметочка. У нас сегодня вот такой друг здесь. Белка, лаечка, красавица. Видите, вот. Хоп-хоп. Буровой мастер. Все, все дела. Так вот, у нас стервенс наш качает водичку. Наш любимый стервенс. Поставили лопатку. Вот так вот идет водичка, ребята. Уже прокачалась. Обращайтесь, заказывайте. Приедем, пробурим. Будете всегда с чистой, холодной водой. Всем добра, удачи.